явно не атаки, и те саппорты, которые как раз-таки и выводят игру в лейт, пытаются как-то в лейт или хотя бы в какую-то среднюю стадию. Это не гангеры, а, ну, там можно сказать, да, что шейкер типа гангать может. Ну, по большому счету, все-таки это не роумеры, это такие не особо гангеры, это герои защиты. И значит, что нужно брать какого-то героя еще на мид для Дэнди, который будет в лейте раздавать. Серьезно. Иначе, если взять какого-то пака, то это, не знаю, мне кажется, не очень перспективно. Собственно, снайпер в очередной раз от бэров. Ну, кстати говоря, герой, который, в общем-то, хорошо себя чувствует против милишников. И я уже вижу, как здесь Джиггернаут понадобится какой-нибудь, возможно, блинк даже по такой вот игре. Ну да, можно даже попробовать задуматься о старом добром блинке Аганиме. А, блин, как они, рефрешер. Ой-ой-ой, как работает неплохо на Джиггернауте. На самом деле, здесь кэрри Джиггернаут стандартный действительно может не зайти. Вот так ты смотришь на это. С одной стороны, в тебя стреляет снайпер, не дает тебе вообще драться никак, кроме как ультом. С другой стороны, Акс может тебя и в Блэд Фьюри как бы засосать там. Джиггернаут тебе моментальное лицо отрывает. То есть очень тяжко. Здесь вот Джиггернаут, который здесь воюет ультом, здесь смотрится. Вот Джиггернаут, который бьет рукой, не очень смотрится. Да, ну, с условием того, что есть еще и Магнус, лейт потенциал сразу более интересный получается, и Джаггер, опять же, с ультимейта больнее бьет, ну и сам Магнус, собственно, способен творить настоящие чудеса, плюс еще есть Шейкер, и действительно, замес выглядит уже очень-очень неплохим в исполнении команды Na'Vi, но вот на примере тех же имперцев взять, если... Нужен просто фантастический тимплей, чтобы реализовать на 100% комбинацию вот этих вот героев. И даже не то чтобы тимплей, а в принципе нужно построить свою игру правильно. Потому что если ты построишь ее неправильно, то твой Магнус будет целью для атаки номер один и ничего уже будет не сделать. Но Максус здесь вполне возможно, что пикнут на сложный коридорчик, да? Просто потому, что есть некая вероятность, что Акс пойдет по лесам, например, и на хард будет взят еще какой-то герой. То есть такая жадность, в таком случае Магнус будет чувствовать себя хорошо на сложный. Если даже это будет не так, то все равно. Я не думаю, что это Магнус кэрри. Ну да, кэрри типа на миде. Второй. Нужен еще герой для Дэнди, рейнджовый обязательно персонаж, который сможет... Ого. Ладно. Ну, то есть это были мои мысли, да? Но Габлак, видишь, думает по-другому. Считает он, что можно Магнус поставить на мид. Возможно, это какая-то трипла, что ли? Просто соло Бристлбэк, который идет сложно, это трэш. Слабый. Да, ну тут вообще, учитывая, что взяли Шейкера, на триплу тоже не особо похоже. Трипла с Шейкером это... Не-не, дабла может быть известная. Вот дабла, да. Бристл Бэк Дазл, то есть она действительно работает на самом деле. И, в принципе, в определенных раскладах может даже трипле объяснить. Такой, ну там, если дают чуть слабину ПР, скажем, да, например, они возьмут какого-нибудь такого слабого героя, не придумают, и он уже и так в бане, и Винга в бане. Ну, блин, даже не знаю, ну, короче, что-нибудь не очень сильно. Никакого-нибудь там Лешака, да, или Лину, а что-нибудь послабже. То там, может быть, даже и Бристлбэк с Дазлом по итогам могут и выиграть линию. А тем более с Шейкером, который типа может роумить и там иногда приходить. Ну, Шейкер-то, скорее всего, и будет роумить, да, по-любому, потому что, ну, Шейкер, который стоит на линии, я вижу только в одном случае, в миду, когда он, ну, фактически все равно исполняет функцию роумера, то есть он стоит, но ждет благоприятного момента, чтобы закинуть эту самую фиссуру. Вич-доктор, last pick от плееров. Теперь да, у них неплохой такой да, получается. Да, это не тот герой, это именно тот герой, которого очень тяжело выиграть на линии. Вообще, идеально, по идее, так если так подумать, это так вот пикнуть, чтобы у тебя был сильный мейджор, такой сильный, с которым можно убивать. Очень сильный на легкой линии герой, который один в один овнит хардера. Такая мерзкая дабла в сложной, да, такая, которая как бы, вот она вроде бы ты там и убить не может, и не можешь, но и тебя не могут. И шейкер роуминг, то есть вот это очень прикольная получается сторона, потому что шейкер, он помогает и убивать и в меди, и постоянно держит под напряжением, и типа и сложную. Но у Na'Vi, у них Магнус и Джиггернаут в таком случае на соло-линиях, и это, прямо скажем, не то. Поэтому вряд ли они так сделают. И, ну и действительно, да, Джиггернаут идет на легкую, Иван скоро вместе с ним. Габлак будет, ну, все-таки роумить. Это соло-хард Бристл, который там, я не знаю, что будет делать.
Ну, а ОПРФ опять снайпер на миде. Рубик пока что отправляется. Курьер забыл купить, Рубик. Вот этот поворот курьер покупает в итоге, выкладывает на базе. Пока что идет со снайпером, прикрывает его. Возможно, попытается что-нибудь с хайграундовыми забросами придумать. Чешир на харде на аксе. В легкой линии у нас Дитяра. И, ну, видимо, к Дитяра придет сюда и Джейфо, и, возможно, даже тот же Санейка. Да, Рубик сейчас будут нам показывать... Как он может забрасывать на ХГ? Ну, здесь вот этот вот хайграунд, конечно, да, номер один. Если он забросит хвоста, будет жестко. Но до этого хайграунда добросить хвоста отсюда-то явно не получится, да? Это только если хвост возьмет руну и побежит вот так. Тут, короче, вот интересно будет посмотреть в этой игре, как поведут себя суппорты ПР и чеширский кот. И сравнить это с прошлой игрой. То есть в прошлой игре и Баху не дали на аксе стоять на линии. Смотри, что делает Чешир, он байтит, забанивает. Нет, все поняли. Ну, слишком очевидный байт, ну лол. Так, хвост пойдет или нет? Хвост Блэйд Фьюри, снайпер Шрапнель, но хвост здесь походу убегает. Хотя есть еще одна Шрапнель. И телекинез будет. Нет, хвост убежал. Каски. А Рубик-то уже и развернулся назад. Ну, в итоге здесь отпускают. На самом деле, так много потратили здесь времени, но на линии, естественно, дойти успеют. Сверху, тем временем, сломали Нави вот этот вард соперника, поставили свой вард. То есть теперь Бристлбэк не будут знать, когда кто приходит помогать Бристлбэку. Не знаю, насколько вообще это имеет смысл. Ну и трипла с аксом на нижней линии против Джаггера. Вообще не знаю, насколько все это имеет смысл, зачем... блочить вот этот отвод, вот, играя за дайр. То есть это вообще вопрос очень хороший, я бы хотел, чтобы мне объяснили. Наверное, есть смысл, но я что-то, честно, не могу придумать. Ну, может быть, это просто поставлено, чтобы иметь вижен, ну и плюс заблочить. Ну, ставят, чтобы иметь вижен здесь, тогда еще и руну видно, это очень вообще прикольно. Да. Ну, да ладно. В принципе, я думаю, что PR сами сделали так, что все... по плану Нави теперь, плюс-минус. Потому что теперь у них Бристлбэк стоит соло, и он там будет нормально. А здесь трипла, как ни крути, это трипла на легкой. Да, но если она слабее, она слабее. Здесь все равно можно отводить, что-то крутить, вертеть, и все неплохо. Ну, здесь нужно рассчитывать на опыт хвоста. Могу сказать точно, что если он попадет под агро Акса, он может просто умереть. Потому что пару раз крутанется, Рубик... Вич-доктор. Обычно все так и бывает. Слушай, здесь такие герои у хвоста, которые не должны дать ему умереть, да? То есть пробить его могут, но убить... Все-таки Дазл, Шейкер, это хил, пока что Грейва нет. Будут его спасать. Ну, вообще, да, тоже верно. Ну, потом будет Грейв, то есть совсем никак не убить. Есть еще и Шейкер, который может резать физуру. Физура, да. Физура. На миде Дэнди пока неплохо себя чувствует против снайпера. Ну и в прошлой игре, правда, он тоже себя неплохо чувствовал до поры до времени. Но я уверен, что в этой игре у Нави все будет лучше. Вот просто потому, что уже лучше. ПР пришли триплой, а это значит, что они не роумят. То есть, ну вот, мы видели, что суппорты Нави очень плохо двигались. В общем-то, Габлак взял героя, который, ну, сам. Которые, типа, не двигаются специально. Ну, типа, не получается двигаться, будем не двигаться. Да, будем идти в лейт, будем брать... Так, вот он падает на хвоста, его присасывают, ну вот, начинается. Собственно, ответочка. Ну, тут еще и Акса неплохо накрутил в итоге, но Вич-доктор имеет дабл дэмэдж. Шейкер вообще застрял. Ну да. Ну вот, то есть Габлак сам не хотел уже роумить, а у Бэров очень неплохо получалось, да, там, передвижение. Но Бэр, вместо того, чтобы продолжать, как бы, овнить Нави в этом ключе, они приходят к... Каблаку, который набрал двух защитных героев на трипло. Тем самым, как бы они не ромят, не двигаются, и уже не получится у них так интересно. Да, еще и отвод даже не попытались забанить. То есть, вот в такой ситуации Шейкер-то он все, что может сделать, это подсейвить. Но в ситуации, когда не забанен отвод, он может отводить, получать дополнительный экспириенс. Ну, здесь все действительно неплохо у Нави. Ну да, и смотри, Бристлбэк вот один на один, в принципе, овнит тролля. Я, честно, не буду утверждать, кто тут должен кого овнить, но... Ну, линия ровная, но... я думаю, что... Ну, и плюс-минус, наверное. Но факт остается фактом, пока Бристлбэк побеждает, на миде Дэнди побеждает снайпер. Ну, то есть, как бы, Солер и Нави отыгрывают отлично, трипла не проигрывает. И пока все по кладу.
Хотя хвоста огромный потом просто отдыхает. Где все скиллы-то? Шейкер отошел. Ну что это? Да. Вот, наверное, хвост так же сейчас сказал. Ну что? Что? Да, возможно. И сейчас еще Акс крутанется разочек. Нет, не крутанулся. Очень плохо было сейчас все сыграно. Отвратительно плохо. То есть и Грейв ванскор до последнего самого тянул. Не давал, так и не дал. И Габлак не давал стан, не давал. Ну... Я могу сказать, что это не то, что ошибка Габлака. И если мы посмотрим на стан, мы увидим, что Габлак пошел отводить. А хвоста поймали просто в чистом поле. Здесь скорее хвост сам виноват в том, что произошло. И просто вот... Ну, ты видишь, что саппорт ушел, но сыграй поаккуратнее чуть-чуть. Он сделает отвод, и потом опять начнешь фармить. Ну да, тут какая-то череда ошибок, потому что, то есть, ванскор хотел как сыграть, видимо. Он, у него кровь в глазах, он думал, сейчас мы еще сами убьем. Типа, поэтому он терпел с грейвом. Он мог дать грейв намного раньше, и тогда хвоста были бы эти секунды, чтобы начать убегать, и Габлак дал бы фижуру, и хвост бы не умер. Ну, за счет того, что его в грейве мы не добили, и все. Да, он терпел, видимо, ждал эту самую фижуру, чтобы хвост еще кого-то побил после этого грейв. Ну, короче, типа, хотел сделать хорошо, получилось очень плохо. Так, ну вот сейчас, кстати говоря, могут быть проблемы. Хорошая фиссура. Да, хвост начинает крутиться. Шейкер. Еще нету авторшока, но у Акса здесь могут быть проблемы, нет. Проблемы у хвоста, и хвост умирает. Ты знаешь, у Габлака с 8 стиками. Я не думаю, что Габлак здесь, хотя грейв, будет грейв. Есть грейв, есть грейв, но он убежал, нет маны на грейв. Ой, как же все плохо-то, боже мой. Да, это минус 3 в итоге, ванскор тоже умирает. Вот это что-то мне напоминает прошлую игру, 4-0 в пользу Power Rangers. Да, конечно, я понимаю, что очень тяжело против Акса, который вот начинает вращаться, он может там пару раз быстро повернуться, слишком много дамага. Но опять же, 8 стиков, вот такие вот мелочи, они очень сильно решают. Если мы посмотрим прошлую игру, там Race King сделал все просто изумительно, когда на него нападали. Здесь эти 8 стиков могли реально порешать, потому что Акса бы добили, без Акса вряд ли бы куда-то пошли, в итоге был бы один фраг. В итоге никого не забрали, потеряли троих. Ну, хуже для Нави было бы только в одной ситуации, если бы они сами пошли в агрессию и так насливались на трипле. Здесь как бы их месят, но они хотя бы типа терпят. Но они уже, да, плохо терпят, но самое интересное с 8 стиками, что действительно непонятно, чего хвост тянул. В принципе, хвоста убили вообще фейт болтов, то есть это уже крутилка закончилась, а... Ведь стики же можно нажать и в крутилке в любой момент. То есть почему, зачем, что он тянул, типа на что он разводил, непонятно. Совершенно мне. Ну и, собственно, выход на топ сейчас будет. Посмотрим, что здесь смогут сделать с Дитяра. У него совсем немного МП, он переключает. Надо убивать, но и бах. Почему-то без ухну совсем. Но, в принципе, ульт Дэнди спасает ситуацию. Да, заберут стиками, и Габлак забирает в итоге фраг. Ну что ж, первое результативное действие от Нави. Действительно, здесь они сделали все очень здорово. В такой ситуации на нижней линии уже ловить нечего. Пошли, забрали тролля, без тролля. Ну, тролль как бы вообще сам по себе жирный фраг, много экспириенса. Дэнди реализовался, у него уже 1000 монет после аркан ботинок. Есть ботл, будет фармить себя. Зачем он быкует? Потому что он бык. Да, ну повезло хвосту сейчас, в принципе, что он... Он был просто на одном миллиметре от смерти своей очередной. Как же хорошо Дазл работает против этого всего, и чуть бы Нави получше отыграли, и здесь бы реально этот хил Дазл, он просто овнил бы Акса, Рубика, Вич-Доктора. Да, смотри, тут Дитяра нападает на Ибах, но Ибаха нету с Гу. Ну почему же нет Гу-то? Ну, на один нормальный скилл же можно заплевать. Ну, теперь-то мы можем поругать все Ебаха? Ну, типа он стоит один на один, понятно, один на один, мол, ему... Хотя, с другой стороны, как раз один на один, и хранить я бы стал бэк, вот, в два, чё ты... Не знаю. Просто, мне кажется, с Гугу, вот, час был бы лишь, например, 100%. Да. Дазл становится бесполезным на одну четверть своих скиллов в этот момент. Потому что Акс получает шестой. Если учитывать, что, в принципе, Дазл и берется, в первую очередь, ради грейва, потому что аналоги других скиллов как бы есть у каких-то других героев, а грейва вот нет. Получается, он как бы старается где-то наполовину бесполезен. Учитывая, что Акс был до Дазла вроде как, да? Нет. Нет, да. Его прям законтрили. Был Дазл, Джиггернаут и вторым пиком Акс. В принципе, это тоже... Как бы это почти одно и то же. Если ты берешь двойным пиком Дазла с кем-то, и враг может взять Акса, будь уверен, как бы Акс заедет. Вообще, на кой черт ферстпикать Дазла, которого, ну, забанить Дазла, это... Я, честно говоря, вообще помню единичные случаи. Это когда кто-то уже на турнире на овну. РП неплохое. Начинают возить, и
них. Ну, пока что Фидонит. Фидонит дитя рая, это шанс для команды. Да, и бах пошел. Опять нету Гу, хотя и без Гу тут неплохо. Защищает. Надо, не надо. Не знаю, что тут так как-то не уверен, где тут Нави, опять же. Мне кажется, и Бах мог бы добивать вначале Джейфо, потом и Санейку, походу, пускать. В принципе-то, можно было бы. Шоквейв не попал каким-то образом в Санейка. Да. Чудесным. Ну, в общем-то, здесь ждем момента, когда и Бах качает Гу. Ну, в принципе, что уж говорить. Мы видели, как чемпион мира по версии The International не качает пиво на брюмастере до 19 уровня. То, что парень еще не вкачал Гу, ничего страшного нет. Вот. Но... В принципе, да, согласен. Хотя это Гу бы сделало тоже много фрагов. И сейчас бы он убил Джейфо. Просто что он бы кинул два раза в него Гу, он бы его спреями уже даже бы убил. Без ударов. Потом, как бы он почувствовал бы силу, убил бы и Санейку еще. И был бы такой неплохой сноубольчик. А типа то, что у него третий Бристал Бэк, ну хорошо, он от Санейки получил по спине фейтбол там на 50 урона меньше. Или там даже не на 50. Фейтбол он получил все равно в лицо. Как раз. Но... Что самое забавное в этой ситуации. Тем более. Так что здесь... Босс, кстати, такой терпильный джакер. Ну вот, да, в такой ситуации, мне кажется, это неплохая раскачка. Именно максить Блейд Фьюри, учитывая, что, ну, с руки-то... Урона так себе у него есть сейчас. Ну, на линии он брал уже типа в 3 или там в 2, в 3, да, чтобы да. Хоть как-то пытаться там Blade Fury накручивать, но полезность такого джаггера дальше вызывает вопрос. То есть, как бы, долго он будет не очень полезен с этим Blade Fury. Ну, потихонечку он начинает фармить леса. Да, тут еще и... Хороший вард стоит, который видит частично, что делают Нави в лесу. Дэнди дофармливает свой блинк, важнейший для него момент. И теперь с блинка... Ну, пока что, на самом деле, все фраги сделал Дэнди во многом. А тут у нас Санейка в инвизе. Ну, пока что я не вижу, что он здесь что-то реально может сделать. Но он что-то хочет, что-то здесь. Может быть, украсть какой-то спел кого-нибудь или... Ну, ищет, как говорится, возможность. Другое просто, ну вот, хвост очень коцанный. На самом деле, настолько коцанный... То Санейка реально близок. Украсть Блейд Фьюри. Да, но... Ой, хвост успел, но... красавчик, реакция на высоте. Санейка здесь не поднял хвоста, это, конечно, ошибка Санейка. Да. Все было плохо у Джаггернаута, но ему подарили немножечко золота и экспириенса в виде Рубика. А тем временем Смок прожимают на миде, и Зара большие проблемы у него. Даже без РП. Вот посмотрите, какие жадные игроки Нави. Ну, Дэнди, видишь, Дэнди проснулся, говорит, что-то надоел мне эта история, буду тащить. Сейчас сам. Я же Дэнди вдруг вспомнил. Так и бах, нападает на чешуйского кота, но нету Гу. Да что ты будешь делать? Ну, он просто не получил еще левел, на самом деле. Ну да, ну, блин, ну ладно. Так, отступает за ним Рубик, нужно бежать. Есть блинк у Окса, ты посмотри, да. Ты посмотри на Итэма Окса, я сейчас обнаружу. Жесткий вангвард и блинк уже бежит. Идеальная пара героев против Окса, это Бристлбэк и Дазл. Лучше героев в доте против Окса нету просто. Одного разворачивает лицо. Я вот помню, точно такие же фразы ты говорил на финалах Старладера, когда там была аналитика. Вот тоже берется Окс против него, Бристлбэк и Дазл. Здесь Окс взят... после Дазла, но до Бристлбэка. Ну да, но в принципе, как мы уже типа говорили, когда ты берешь Дазла, так вот и потенциально могут взять Окса, он как бы заходит. Это почти одно и то же, что взять Дазла после Окса. Осталось только взять Бристлбэка. Осталось только взять Бристлбэка, действительно. И он был взят. Так, смотри, хвост находит. Здесь Джейфо, и здесь Ипа. Ой, как хорошо, запрыгивает. Но нету фолова, как бы, да? Нету фолова. И нету Гу. И нету Гу, и нету фолова, и что? Подняли воздух, тем временем Дэнь, Габлак еле выживает на миде от ульты снайпера, а Ибах тут без Гу просто бежит, видит курьер, по курьеру удар, минус курьер, Санейка уходит с ТП, Ибах разогнался, РП тем временем снайпера, снайпер последняя тычка и спасает его на последних секундах, буквально пошло назад ролям, да не проблема. Здесь Грейв, хорошо. Савчик просто, ну кстати может умереть все равно сейчас, потому что горел как Са, нужно добить кого нибудь хил, шоквейв и спасается, ну, боже ты мой. Первого уровня. Хотя, в принципе, даже и не первого, скорее всего, бы его не убило. Дети там баночку отпил, туда-сюда. Ну, да, он добил крипа, что самое главное. Нави неплохо. И я смотрю так на Ибаху, он реально бахает пока что очень неплохо. Бах, и Гу прокачал, наконец-то понял, что... И Гу раскачан. Все, я считаю, что Нави нашли лучшего вообще кандидата на хардлейн. Понял, что что-то не хватает в этой катке, нужно Гу.
Но, как, собственно, показывает практика, точнее, не практика, ну, и практика, но, в общем, как показывает нам эта игра, Ибак неплохо стоит вот один на один, то есть он не хардлайнер, он еще, по крайней мере, да, он именно что кэрри такой, или, то есть умеет один на один постоять там. Поняли, что хорошие игроки. И выходят Дэнди. И у хвоста есть ультимейт, тут можно драться, что-то украл санечка, и можно ультить санечку, санечка тут. Оп-оп, так нет. Магнус вывозит Дэнди, шикарная игра, два героя остаются на ХГ. Дэнди, конечно, там привет большой, но что теперь делать? Тролль настреливает, шейкер, ультимейт, блок снизу. Блин, это такая забавная драка. Значит, просто что-то мне это напоминает. Ванскор умирает у снайпера, дабл дэмэдж. Чего кота отпустили там, как это было неприятно, но у Баха есть. А Йегис можно драться до конца, я думаю, и Баху, и фидить на Йегис, бог с ним, зато будет убивать один людей, тем более он не умирает. А можно и не фидить, и просто месить, и Бах, еще одна тычка по вич-доктору, нет. Ведь доктор выжигает, здесь же Санейка. Что украл? Украл Блэйд Фьюри. Не то, что хотел явно, но хвост уже свой ультимейт тратил давно. Да, драк просто шикарный. Я реально вспомнил сейчас игру ВП с тобой в составе против Alliance, когда еще была другая карта, и здесь вот была такая вышка, и на ней бились ЦК и Войт. Они реально стояли на этой вышке вдвоем. Да. Узенько. Очень жесткий замес. Мы победили тогда, насколько я... Ну, Дэнди на самом деле очень все круто сделал. Он просто вывез двух героев, кор-героев. В итоге, а кто забрал? Рошана забрали Нави, они вообще забрали да, все. Да, там Дэнди увез оттуда всех, а Баха остался, добил Рошана, взял Аегис, то есть идеально. Дэнди здесь пока в этой игре как ни крути, MVP. То есть он и с линию свою выиграл, и дальше отлично и все делает. Да, тем временем Акс. Акс потихонечку выходит в Бэдмейл. Ну вот у него эти самые артефакты были, поменьше золота, конечно, минут, я не знаю, 5 назад. И после этого как-то не так здорово для Акса все получилось. Бывает, там Аксы просто с этими артефактами идут и сноуболят, но не в этот раз, судя по всему. Ванскор ставит отличный вард, причем он реально поставил его в самый нужный момент, как раз когда сверху куча героев соперника, а Ибак-то Аегис не отдал. Он не видит врагов, но он чувствует их, чувствует. Но его видели враги, потому что он зашел прямо по варду, поэтому. Да, действительно. И враги боятся. Действительно так, ну и слушай, все, Дэнди уже и крип спалил. А, у нападение, Акс! Акс! Ну хорошо запрыгнул, но где поддержка? Ну нету поддержки. Габлак, дают ему грейс. Надо воровать у Габлака. Дэнди РП в троих вывозит из-под Джиггернаута с эмпауэром, а это просто казнь команды Power Rangers. Вот это сейчас Даниил разлетелся. Ну, Даниил дает жару в этой игре. Санека не поймал Крал Грейт, у Рубика лучше был Бирур у Шейкера украл. Видно, что Power Rangers как бы и готовы, и как бы и не готовы одновременно, потому что была бы сейчас поддержка под этого Акса, который в троих прыгнул, если бы подошел вовремя Рубик, там, Бичдоктор, закинули бы они туда станов своих скиллов, то вполне вероятно, что минус 3 можно было бы оформить, а ну, и было бы здорово, а так. Ну, так... то же самое, как бы врыв Дэнди был, по сути дела, такой же, как и врыв Акса в трех героев, но Акс был один, а Дэнди вывез всех уже как раз-таки под драку, под Джиггернаута, который... Сколько там урона нанес вообще? Я, честно говоря, забываю про рекапы совсем, мои извинения, но реально было бы интересно посмотреть на это все да, дело. Да, ну Джиггернаут по-любому там много нанес, но и все-таки Магнус, он... Дэнди прыгнул уже как контр-инициация, там попроще, да, в драку вывести, потому что в драку уже идет. Ну и плюс Магнус, на самом деле, сам по себе делает больше урона. Акс, он сделает очень много урона, если его запрет на эти крутилки. Магнус... Против Шейкера такой себе, там, и Дазла, они не бьют быстро. Ну да. А Магнус, он стабильно делает урон. То есть это и от ульта 125, Шоквейв 300 по всем, Скивер там... 280, хотя он не промакшенный у Дэнди, я сейчас обнаружил, у него промакшен импауэр именно для Джиггернаута. Ну, сейчас это вообще окупилось на самом деле. Да, безусловно. Полностью. Берет форстаф, и, в общем-то, в целом, конечно, если Нави вот так вот закончит, тут уже, если в первой игре мы там один хайлайт видели, то тут прямо Дэнди что-то разошелся не на шутку. Вспомнил былые времена, видимо. Да, тут Дэнди делает всю работу. То есть Дэнди пошел наверх, там сделали они открывающий этот вот килл для себя. Потом Дэнди буквально там через какое-то время вывез на миде,
без РП. Ай, он, по-моему, еще раз пошел наверх, потом вывез на миде даже без РП, потом вывез на Рошане туда, потом заультил троих на миде. Куда ни кинь, все, что не случилось, хорошее, везде Дэнди участвовал. В принципе, у него 3-1-5, действительно, в двух третьих. Да, в двух третьих фрагов всех участвовал. Какие-то у нас... проблемки? Ну, ничего, непонятно на самом деле. Ванскор попросил секунду. В этот момент и бах в инвизе во вражеском лесу. Собирает, кстати говоря, Crimson Guard. Не знаю, насколько здесь хорош будет этот артефакт. Но, в общем-то, в любом случае, Bristol Bat получается довольно-таки толстый. И у него все еще есть Aegis, что стоит отметить. Я сейчас смотрю просто, если... Ну, вот есть одна сентря, вряд ли, правда, Йович Доктор сюда сейчас будет втыкать. Ну и так вот... Нави-то, конечно, очень сильно вырвались, если мы посмотрим на графики. Вот эта последняя драка, она была просто потрясающая с точки зрения того, сколько они заработали, помимо всего прочего. Mm-hmm. Да, но, кстати, насчет Crimson Guard, действительно, и там, ну, вообще фиг знает, он неплох, там снайпер, тролль все-таки бьют лапой, поэтому там нормально. И бах, здесь как бы не загулять, хотя у него есть, конечно, Aegis, и... Даже если он загуляет, по идее, он кого-нибудь с собой заберет в могилу. А может и ни одного. Очень круто прошел, все вообще, всю инфу дал абсолютно. Теперь действительно надо выйти отсюда. Инвиз заканчивается. Ну да, лучше уйти, лучше уйти. Не стоит пытаться напасть на пятерых в соло, скорее всего, пять-то тебя победят. Габлак не может без статов, он взял себе героя, у которого плохие статы, но он докупает их. Докупает ветроклеточки? Потихоньку, да. Ну, кстати, тут не за горами уже блинк, если сейчас его Акс не заберет. Акс идеальный, ой, просто да, под кучу крипов. И кажется, это забиралово, да. Ну вот, Габлак здесь, конечно, сыграл так себе. Надо аккуратнее быть, когда Акс у врагов. Сверху и бах, нападает на дитяра, и Гу его обманывает соплями. Да, сейчас еще и Рубика пойдет. Но у Рубика есть в ответочку губы кидать, правда. Да, но Рубик может сделать ТП просто, он так и делает. На самом деле, Ибах вообще нормально сейчас поменялся. Он в итоге минус ТП, здесь Вич-Доктор. Вич-Доктор пытается минусовать, Санейк сделал ТП очень аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой, Вич-Доктору очень больно. Картечь пошла, Bristol Bat здесь же, Джиггернаут ультует, не жалеет своего ультимейта. Ультимейт заходит по крипам, и весь урон вливается в Ибаха с Аегисом. Ему в спину. Аегис да, все еще есть. Аегис у него заберут и могут его еще раз... Хотя нет, я думаю, на еще раз не могут. Ой, слушай, ставится хил Вард, его брат Монтер ломает, у Санейка погиб. И, о боже мой, и Бах просто никого не бил в драке, но он убил двоих. Какой же толстый оказался Bristol. И в итоге Аегис реализован. В миде Дазла забирает Акс у нас своей горелочкой и уходит отсюда. Да, ну конечно, и Бах пока что... тоже очень неплох в этой игре. Дает жару действительно. А, кстати, Аегис из него выпал. Единственная вот неудача. То есть драка еще начиналась, был Аегис. Да, но... там буквально до последнего держал клик, думал, что Аегис будет, но... Наверное, поэтому ПР и сорвались. У них был четкий до секунды тайминг на Аегис, и они поэтому пошли до конца. Правда, конечно, размер, я думаю, их не очень порадовал такой. Да. Не очень приятно, когда ты бежишь за героем, у которого 5% хп, а у тебя там 3 героя фуловых. Так, но... чужеский код почему-то не нажимает Blade Mail, а вот нажимает на скилл, окей. Нормально, но дальше что? Дальше что? Ничего себе, бык какой-то. Ну и, по-моему, это... Да, нет у него ультимейта. Самое забавное, что Ванскор не стал давать грейп, а у Чешира не было ульта. Это была ошибка. Это была ошибка, тем не менее, размен шейкера на вот этого кор-героя Акса вообще чуть ли не основного, до самого богатого героя команды Power Rangers. Он дико плюсовый, и Акс, можно сказать, заигрался слишком сильно. Параллельно еще, по-моему, там вышку хвост сломал или просто фармил на миде, но в любом случае зарабатывал много золота. Что хочет Ванскор? Ванскор, видимо, будет покупать Владимир в этой игре. Ну, наверное, вряд ли уж Mask of Madness. Да, это такое. Ну, действительно, ну, а чё, Владимир всегда хорош, тем более все 4 миришенька, сам бог велел купить Владимир. Хвост стал уже очень сильным, то есть, как бы, вот, начало было отвратительно плохим, но теперь смотришь так, ну, и вроде все хорошо.
Да вообще, я могу сказать, что у пэров, возможно, огромные проблемы. Вот обычно, когда мы видим два кэрри-милишника, а здесь Джаггернаут и Бристлбэк — это милишники, мы видим, как правило, какого-нибудь контр-милишника. И Джаггер там может разве что только с ультимейта бить. А здесь вроде так набрали, вроде есть Акс, но как-то Аксу тяжело. Снайпер тоже своей шрапнели уже многого не делает. И получается, что Джаггер, Бристлбэк — два милишных героя, которых остановить очень тяжело. А в такой ситуации, как правило, ну, милишники, они дико сильные. Ну да, еще есть Магнус и Шейкер, которые работают как бы на защите всего этого дела. Если ты начнешь там как-то пытаться убить Бристлбэка, то ты как бы скопишься вокруг него, и там Шейкер, Магнус, и все действительно неприятно уже. Но так по пику так всегда можно рассуждать, когда уже так Дэнди вывозит. Ну да, там Дэнди очень неплохо вывез, снова без ультимейта, без доктора. Санэйку при этом убивают вообще на базе уже, у Санэйки бегают по базе и убивают. А где команда ПР вся, непонятно. Но они сплитпушат. Сплитпушат, как говорится, но пока не очень удачно это все выходит, так как Нави уже заходит, как бы, ломать Тир 3, в то время как ПР даже Тавр сломать не успели, он на миде один сломали. Все-таки. Ты имеешь все шансы опоздать к написанию ГГ. Да, все это действительно так, потому что, ну, Нави просто зашли, начинают ломать бараки, и что-то им как-то не особо предъявляют. Санэйка вот зашел где-то в спину, а его просто убили, чешский кот все это время сидел в какой-то засаде непонятной. В итоге он оттуда свалил, с минус Санэйка, все остальные не знают, что делать. Да. Так, ну хвосту, кстати говоря, достаточно-таки больно. В него тут ульт снайпер разорил, его, правда, лечат, лечат, калечат, еще лечат. Дэнди, ну, не скажу, что отлично, но неплохо залетел, поймал Зару, запрыгивает чешский кот, пытается сделать, но его тоже убили, Шейкер заультил, Дитяра практически единственный живой тут остался бегать, снайпер байбекнулся, кстати говоря. Снайпер все-таки пристрелил Шейкера где-то на огромном рендже, но, по-моему, немножко Нави заигрываются, они уже находятся там, где не нужно находиться никогда, четвертыми вышками. Ну и Бах поверил в себя, поэтому он до конца уже практически под фонтан загнал Power Rangers. Зара отстреливается здесь, и Бах его гоняет. Ну и Нави, несмотря на то, что они победили в драке, они ничего не сломали. Ну, нормальная ситуация, стандартная СНГ Dota. Чё-то как там? Почему? Ты никогда не сдавайся. Мало ли, что может случиться. Но, в принципе, ты просмотрел, конечно, красивую драку, но она была так себе красивой. По итогам размен 4 в 1, и у ПР еще 2 байбека были, и они кое-как там, умерев вчетвером и байбекнувшись вдвоем, они кое-как отковырялись, так что бараки у них не упали. Но по факту Нави, если бы сыграли чуть поумереннее, они, наверное, могли бы и бараки забрать. Вместо этого они там по тир 4 вышки уже гнали. Притом они уже там особо никого не забирали. Они просто бегали там. Бегали, обмазывали соплями и били по спине. Тут и Рошана забирать сейчас будет Нави. На ее... Я не знаю. А, так скайп это нормальная история. То есть действительно иногда работает даже когда все упал. О, Дэнди тут залетает красиво. Ну, слушай. Сейчас я скажу, что происходит. Ничего интересного. Минус 2. Кстати говоря, Хвост купил блинк, если что. Как мы и советовали ему. Dire's top tower is under attack. Бывает. Ну, ты уже не успеешь, мне кажется, прийти к этой в этой игре к концу. Ладно, просто написал, что Нави победили. Сколько? Все. В принципе, Нави уже победили.
Ну, хотя ладно, сейчас совсем, но бараки уже ломаются. Ой, та самая ситуация, когда кто-то динает свой барак. Radiant's bottom tower is under attack. Ха, в натуре. Нас, ты знаешь, мне за это не платят так-то. Ну, здесь как бы особо нечего комментировать. Дело в том, что, наверное, будут заканчивать эту игру в любой момент, и они, в принципе, этим уже занимаются. Если ты реально забыл, что я тут в TV же нахожусь. Да, но что тут сказать, 20 тысяч по голде, 20 тысяч по XP, и нам ведут власт, власт пуш уже по миду. Ну, может быть, это не ласт пуш, потому что сверху еще телепотар стоит, и снайп снимают здесь бараки, они как бы не пойдут наверх трон ломать, пойдут потом вверх забирать, но Power Rangers, возможно, захотят подраться, проиграют драку и ливнут, или же просто ливнут, это тоже может не сделать. Шансов на победу у них здесь на крайне мало, вот любую секунду может запрыгнуть во всех и победить. Неплохо, Дэнди здесь. РП, прям он отдает РП, его юзает на рейк, очень круто, лежал на рейк РП. Это минус Дэнди, это минус для Блэк. Правда, он успел отрубить, зум лететь. Так, Грейн Дэнди дают свой бас, каждый шишки ход раскручивается, просто какая-то дюла чертова. Убивай еще. Не успевает убить их, не успевает убить чешунский кот, мог здесь еще делать скиллы. Сигать быстрее, слушай, да тут камбэком попахивает неожиданно как-то. Хотя нет, так-то заворачивается, убивает Санейку. О, убивает Санейку, но Дитяра борется до конца. У Ванскора нету грейва, и Дитяра тоже, тоже убегает в итоге. Размен 3 в 4, кстати, итоги боя смотреть 8000 по XP, ну, 3000 по XP, 2500 по голде. Отыгрывают Power Rangers, но я думаю, что все-таки это неудачное ощущение обстоятельств, и Дэнди вряд ли больше так отдаст РП, это действительно было зря, он так сделал. Не стоит пытаться отдавать РП куда-то в темноту, когда у тебя его могут украсть Рубиком. Правильно я говорю, Мэйл? Да, так все. Не, ну, да, я все не слышно, да? Майлшторм согласен со мной. Дело в том, что не то, чтобы он даже не перекастовался, все он сделал типа правильно, ну просто каст тайм у скиллов Магнуса, он все-таки больше, чем у спелстил Рубика, спелстил, он практически моментальный. И поэтому, учитывая, что Магнус оказался прямо рядом с Рубиком в этой ситуации, ничего не составляло здесь труда для Санейки украсть этот ультимейт. И, в принципе, благодаря этому ультимейту драка была перевернута. Но Дэнди, опять же, никто не заставляет так кастовать ульти. Он может подождать элементарно какого-то начала драки, тем более, что у него есть такие парни, как Бристлбэк, как Джаггернаут с Блинком, которые могут ворваться, начать битву и как бы дать Дэнди выбрать хорошую позицию. Думаю, в следующий раз он примерно так и сделает. Отсутствие вижена как бы в лесу играют немножко. Мастра, которого здесь ловят, и просто взять стволом его раздирают. И, кстати говоря, появился Crimson Guard у Power Rangers. И Найк начинает немножко закидывать каску. Не стоит так делать. Они все равно еще очень сильно доминируют. Но вот эти вот одиночные киллы. И здесь еще и бах, его тоже ловят. Его ловят так, снова будет и поддержка. Будет и поддержка. Успеет ли подойти. Но, в принципе, Дитярата уже успел подойти. И здесь Джейфо закидывает барышку. Еще ультимейт от снайпера. Полетик первого, правда, уровня. И шестой кот убивает и баха. Это минус 2 на ровном абсолютном месте. Не посмотрел, сколько дали за хвоста, но посмотрел, сколько дадут за ебаха. За хвоста примерно столько же насыпало. Это 2000 ба по голде, 3000 по XP. И графики с 20 тысяч уже скатились до 10 по XP. И где-то до 15 так по голде. И ты знаешь, Майл, они фидят.
Да, Мэл, ты, возможно, еще сумеешь ворваться на финалочку и как бы выдать резюме, так скажем, по... Поэтому, кстати, будет реально забавно, если ты придешь, когда она закончится. Но если Пэр ее по итогам выигрывает, это будет, походу, действительно отличная игра. Потому что казалось бы в один момент, что камбэк is not real. Но мы-то знаем, что камбэк is always real. И тут все может быть. Тем более, что тот же Зара на снайпере уже почти с Мьёлниром. То есть уже не просто получилось сделать несколько халявных киллов, но получилось и как бы... обрасти артефактами, которые могут позволить дальше делать еще киллы. И даже выигрывать драки. Так, ну все. Мейлшторм совсем отвалился, даже из скайпа. Беда, может его задедосили. Я не знаю, но... Извиняюсь, болезнь подводит я. Нави решили собраться по верхней линии, забрать таки этот тавер. Может быть, дальше будут выжидать Рошана. Впрочем, не факт, будут ли. Возможно, попробуют сразу зайти, но, наверное, нет. Им уже дали пару оплюх по голове и, скорее всего, будут стараться сыграть понадежнее. С одной стороны, это грамотно сыграть по-надежному. С другой стороны, с каждой секундой, которую ты даешь своему противнику передышки, противник начинает фармить. Например, тот же тролль пушит мидл, тот же Акс фармит энджет у Фокса. Фигура много денег. Купил плейтмейл, есть еще 2400. Нави вот сейчас ничего не делают, они просто бегают. Только бегают по варду. Да, его сломали, гем у кого-то. Видимо, появился у кого-то. У Bristol Back появился гем, поэтому теперь с Виженом у Power Rangers будут огромные проблемы. Power Rangers стоят в Рошпите. Так, смог. Заезжали не на варде. И сейчас Power Rangers могут сделать хорошее дело, если не получится где-то кого-то подловить. Отлично, везет им, они заходят на хайграунд, их не видели. И на ванскора, и на Ибаха. Так, Ибаха начинает расстреливать очень больно. Здесь где-то есть маг. Джигнаут уже зарезал Рубика. Джигнаут еще с ультом. Неплохо прыгает здесь, но это как неплохо стоишь в одного, прыгают еще. Также на снайпере его тоже забирают. Отлично, прыгает Джейфок, боже какой. Сейчас Кикон, точнее, больше прыгал ставить, кстати говоря, хвоста нету хвоста ультимейта. Хвосту здесь будет больно, хотя нет, как же хвост раздает, как же хвост раздает. Еще и ваши вылетают у хвоста, и это тоже будет очень больно. Так, вот тут просто делает прям быч. Недооценили вообще тот дэмэдж, который имеет хвост. Сейчас ребята начали снижаться, а у хвоста оказалось на 350 урона, плюс криты, плюс баши, плюс он ломает ногу, бьет очень быстро благодаря Mask of Madness, и казалось бы, все очень неплохо было для ПР, но все-таки этот перефарм, он играет здесь злую шутку. Так, пытается здесь шерстный ход запрыгнуть, хвоста очень больно покупком, он бьет по блэдфьюри. Успевает он подключить Blade Fury и пытается улететь, что пытается как-то замонтить, но его чешский кот разрубает. 5000 хвоста, он, конечно же, может байбекнуться. И, возможно, будет это делать, так как появился Рошан. Если он не байбекнется, то Рошан придется отдать. Я думаю, не очень он этого хочет делать. Так, интересно, дитяра не стал прыгать на Рошана, что вызывает некоторые вопросы, ведь, наверное, это все-таки чуть ли не единственный сейчас шанс для Power Rangers в этой игре что-то сделать. Это забрать Рошана. Да, пытаются. А дитяра уже там. Что же будут делать Нави? Неужели просто отдадут? Ну, да, хвост если сейчас выкупится, он уже не успеет до сюда добежать. Рошан уже практически умер. Ну и, кстати говоря, хвост с ценой своей жизни забрал лишь один барак. Правда, вынудил совершить два байбека игроков веселых рейнджеров. Что в любом случае, наверное, это было плюсовое действие. Но вот наличие теперь Аегиса на тролле, это уже не так. Не так плюсово. Был ли сыр? Да, это уже третий Рошан, еще и сыр у чеширского кота. Более того, есть уже и Шива Гуард. Не видел, была ли она в прошлой драке. Кажется, не было, потому что вроде не использовал он ее. Но теперь есть. Теперь есть и Шива, есть и сыр. Это довольно такой серьезный акс. Вообще, акс здесь делает довольно большое количество работы. У него, в принципе, 15 тысяч нет ворса. И
на нем, пока все держится, пока Акс залетает хорошо, более-менее что-то получается. Ну а что Нави? Что Нави? Нави наверняка будут терпеть этот, как минимум, Аегис, а может быть и даже до следующего Рошана. Терпеть придется достаточное количество времени, так как Аегис еще будет 4 минуты на чешском коте присутствовать. Ну и, значит, ожидает нас такая неторопливая дотка. Нави, конечно, сами себе устраивают праздник в этой игре тем, что затягивают ее. Не хотят они, не захотели они, точнее говоря, заканчивать игру еще, когда заходили вот сюда. Вместо того, чтобы сломать вот эти бараки, начали они бегать. И из-за этого потом происходят другие приключения у них. Например, вот... Например, вот то, что мы видим. То есть не получается пока закончить. Снова смог от Power Rangers. Смог союзан неплохо. От пушенной линии. Нижняя линия отпушена достаточно далеко, на миде тоже крипы более-менее. И тут можно быть неплохо. Если чешуйский кот хорошо прыгает, нужно прыгнуть. Он не видит, куда прыгать чешуйский кот, он просто не видит врагов. Видит хвоста, прыгает. Наверное, тоже пойдет лайтмер. Но у меня в цели. Хвосту больно, но у хвоста есть ульт. Вот. Бежать ульти, блин, есть сил чешуйского кота, он не успевает выбить ульт, потому что получает бас. Просто давайте еще одну. Чешуйского кота не будет байбека. Здесь убивают Зару. Ну и кажется, это будет гейм. Неплохая идея от Power Rangers на базе Смоке разбилась об то, что у них не было вижена в этой территории, и они не видели, куда они, собственно, пытаются нападать. Видели противников, не смог как спрыгнуть хорошо, прыгнул на хвоста, но хвост слишком сильный. Тем более у Акса почему-то был произведен Blackmail. Возможно, если бы у Акса не был произведен Blackmail, может быть, хвост бы убил сам себя об Акса. Это возможно. Ну а так, так это минус 5, и я думаю, что Power Rangers смогут писать ГГ, да? Так как происходит, Power Rangers пишет ГГ. 1-1 в этом противостоянии. Многие ожидали 2-0 от Нави, я тоже, но Power Rangers в итоге, точнее, Нави в итоге спасли ставки. Тех, кто ставил на них, тем, что свели это все дело в ничью. Но, что можно сказать, Нави пока еще не выглядит очень круто. Power Rangers сыграли неплохо. В принципе, лучше, чем последние все несколько дней. Возможно, вот Зары у них будет лучше получаться. Это был НС и Майлшторм, которого дропнуло где-то посреди игры. Так что, всем пока и